у нас чекаут. Все у нас хорошо, едем заселяться. Насекомых очень много. Органика, понимаете ли, понимаешь? А мы опять собираемся в путь-дорогу. Как вы поняли, это уже следующий день. Ребята, в общем, у нас продолжается эпопея с поиском жилья. На сегодня договорились смотр жилья. Посмотрим, здесь недалеко находится. В общем, у нас чекаут, номер надо сейчас сдать. И поедем уже искать себе жилье. Сегодня надо стопудово найти, если не найдем, то гостиница. Вот такие дела. А девчонки, смотрите, смотрите, пишут, молодцы какие. Не теряют ни одной минуты. Прощай, хороший отель. Нам было с тобой очень хорошо. Ребята, и в общем, если вам интересно, где мы арендовали, где мы нашли этот отель, можете, в принципе, посмотреть по ссылке в описании. Я оставлю ссылочку. Можете зайти также, зарегистрироваться здесь. Отель шикарный, рекомендую. Смотрите, какой удобный оказался автомобиль. Я задрал вот эти задние сиденья, где девочки иногда любили сидеть. Гоните муху отсюда, а то покусает. И смотрите, наши два чемодана как раз влезли. И еще с этой стороны тоже загрузились. Мы им поближе положили книжки всякие, потому что дорога сейчас будет дальняя. Карандаши, книги, все. Карандаши, книги, все. Все, поехали. Смотрите, ребята, в общем, приехали в ресторан, и смотрите, мы едем на парковку. Заехали по улочке такой вот. Здесь просто, посмотрите, джунгли. Ребята, смотрите, тут какая лесенка. Такая, чтобы не упали. Да, тут, чтобы не упали. Вот, вот так вот спускается. Вот, все, мы. Тут еще есть лифт. Такие вот небольшие, типа как ступеньки. И все, тут сцена. А я новая, новая ночь превращаю в рассвет. Тут еще есть небольшая игровая. Тут вот можно поиграть. Вот так вот открыть, можно поиграть. Мы сейчас это возьмем и поиграем. В общем, у нас девушка приняла заказ. Мы сделали заказ. И она в конце что спросила? Есть ли у вас аллергия на что-то? Есть ли у вас аллергия? Я в шоке вообще. Девочки, смотрите, нашли шахматы. В общем, сейчас буду их учить в шахматы играть. Ну и вообще, в целом, просто зацените это место. Мне, ну, блин, настолько нравится. Все-таки я понимаю, что Бали – это все-таки красивые виды. Это какое-то соединение с природой именно происходит. Именно здесь все подчеркнуто, все использовано, именно живые материалы. Природные, да? Природные, да. То есть камень, дерево, да. Вот это все вот именно соединено воедино, очень красиво смотрится. Бамбука очень красивая такая постройка. Вот какая-то коряга, вон, да, они просто взяли ее, поставили, понимаете? Пока ехали до этого места, вдоль дороги прям одни магазины всяких подделок, всяких, какие-то ручные все работы, да, вот тарелочки, коряги какие-то, да, все что-то такое, да? Плетеные, как они, ловцы духов, да, называются? Ловцы снов? Наверное. Ловцы снов. Ну, такое, в общем, красивое. А люстры много, ты видел много. Из ракушек какие? Так, смотрите, в общем, нам принесли вот такие штуки. Это камушек. Смотрите, камушек. Берем. Берем. Укладываем полотенчик. Сейчас, подожди, он маленько. Смотрите, смотрите, он просто растет. Полотенце набрало в себя воду. И можно помыть руки. И она еще принесла вот такой вот хлеб с каким-то непонятным соусом. Сейчас попробуем. Наши друзья китайцы. Так, в общем, мы принялись пробовать непонятное. Сухарики. Окей, это сухари. Вот это что такое? Какая-то зеленая жидкость, вымоченная в масле. Побольше, пожалуйста. Приправа дает. Не понимаю, что такое.
Вот это как галета, то есть оно такое пресноватое. А это, вы знаете, такое прям как хорошо так приправленное, да, такое какая-то смесь на масле. Солененькое. Девчонкам показал, как играть в шахматы, они играют, дожидаются своего заказа. А нам уже заказ принесли. Мы заказали салат, как? Шпинат-салат. Шпинат-салат, я вижу, авокадо. Соус такой кислый, да. Салат, помидоры, сыр и какой-то соус. Кисленький, прям вкус. Вырви глаз. Вырви глаз. Вкусненько? Да, вкусно. Смотрите, мне принесли вот такой вот... Как это называется? Как мама заказывала у нас? Как называется? Лапша, в общем. Офицер ходит по диагонали. К этому блюду мне принесли палочки деревянные. Все, я частично в Китае. Это, кажется, кинза. Кинзу мы не едим. Остренькое мы едим. Это лучок тоже, окей. И вот посмотрите, какая у меня лапша смачная. Здесь мясо. Что за мясо, Кать? Говядина. Говядина, курица. В общем, вот такое вот блюдо. Пробуем с мяса. Вкусная лапша. Место очень аутентичное. Любая еда будет вкусная. И вот, да, и, наверное, все-таки это плюс к вкусу еды, наверное. Берем вот так вот, смотрите, с перчиком. И... Опа, ну как? Перчик. Как ты перчик начинает раскрываться. Так, нет. В общем, смотрите, ребята заказали девочкам пасту карбонара. Принесли такое большое блюдо. Мы им взяли одно на двоих. Потому что много. Ну, посмотрите, да, вот как раз. Порция большая. Как раз порция большая, посмотрите. Пополам разделили и как раз. Как ни кучка? Она была сервирована такими красивыми гренками, которые они сразу ухватили и в рот. Вкусно. Здравствуйте, дорогие щеки. Надо вот так сделать. Я вас очень рада. Вот, вообще здорово, все мне нравится. Мне нравится, как это цветет все, такая экзотика. Такие цветы, которых даже здесь у нас близко нет. Даже вот эта веранда, терраса. В общем, созваниваемся с мамой периодически. Она интересуется, как вы. Все у нас хорошо, едем заселяться. Давай. Так, в общем, ребята, покушали, у нас вышло 282 тысячи. Пойдем, Вита. Красивенько растет джекфрут. Девчонки не могут дождаться бассейна, они очень хотят покупаться. А? Я хочу очень сильный бассейн. В общем, мы доехали, ребята, до пункта назначения, это Убуд. А у нас встреча в 3 часа, сейчас только 2, к сожалению. Здесь, смотрите, такие рисовые поля. Это гуси, наверное, да, гуси. Смотрите, слушай, местные тут работают, что-то копают. Смотрите, он эту чачу он там поднимает, это все перекапывает. Ну, вот туда семена уже покладывает. Наверное, ну, короче, интересно. В общем, он подъехал, сейчас, наверное, проедем, посмотрим жилье. Наша машина вот, дорога вот такая вот. И смотрите, поворот именно к жилью вот сюда, через такую... маленькую узкую улочку, на самом деле. Как искать? Как можно найти вот жилье? Это просто бросить машину, пойти вот в какую-то улочку непонятную, да? Высмотреть какую-то виллу, допустим, да, или домик. Типа вот, мне нравится. И просто найти куда-то проход именно к этой вилле. И постараться выйти на хозяина, чтобы именно переговорить о аренде. Сложновато. Ну, тут прям я смотрю... Насекомых очень много. Ну, как тебе, нравится? Красиво? Да. Тропинка, кстати, бетоном покрыта. Мама, смотри. Что там? Джунгли там. Там бананы растут под окнами, да? Красота. В общем, ребята, сняли мы жилье. В общем, смотрите, здесь рисовые поля. Тот, кто нам виллу сдал, это все его поля, его все хозяйство. Он там с братом, в общем, трудится на этих полях. Я не знаю, это то ли его рабочий, то ли кто. Хозяин выглядит эту виллу очень просто. И давайте начнем со входа. Здесь, смотрите, вход вот такой вот. Двигаться нужно по вот такой вот бетонной дорожке. Здесь вот, вот так вот вход. Так вот закрывается. Здесь что-то связано с водой.
накопительная какая-то вода, я не знаю, она, в общем, связана с бассейном, кажется. Спускаемся во двор. Привет! Привет-привет, девчонки, давайте. Они не успели прийти, все, переодели купальники, и быстрее им надо в бассейн. У нас, посмотрите, такой дворик, здесь у нас так травонька, прям так уютненько. Здесь что-то какое-то посаженное непонятное растение. И здесь вот такой вот бассейн. Глубина постепенная. То есть там уже где-то 1,2 м, да, он сказал? 1,16 м. Метр шестнадцать. Здесь таких два лежака. Надо побыстрее все дело-то заобзорить, потому что уже темнеет. И подсветка. Я так думаю, что вечером мы обязательно все это дело поснимаем. Вот такая вот вилла, дом, да? Дом это, наверное, да, наверное? Это все, ребята, наше. Наверху строится. Там делать на самом деле сейчас нечего, потому что там все дело обустраивается. Нашим владением именно вот низ идем. Здесь у нас вот такой холл, здесь у нас зал, да? Здесь у нас имеется кухня, холодильник, тостер, вода, бутылка запасная, газ, посуда. Я посмотрел, посуда имеется. То есть, посуды много, причем очень хорошая посуда. Здесь можно помыть фрукты, посуду. Здесь такой стол шикарный, массивный. Здесь такие стулья прям, знаете, прям тяжелые. Также здесь он оставил меню. Здесь можно, в общем, заказать еду. И еду привезут прям домой к нам. Дальше продолжаем. Здесь вот, в общем, такая ниша небольшая. Здесь диванчик, стол. Я не знаю, будем мы ей пользоваться на самом деле или нет. Девчонки уже ею пользуются, ты же видишь. Вещи свои побросали. Так, девочки залезли уже в бассейн. Как водичка? Налево, он сказал, здесь всякая хоз нужности всякие. Можно почистить, помыть и вон туда еще пройти, в общем. Я не знаю, зачем туда. Ладно, сходим, если надо будет. Здесь какое-то такое, смотрите, дизайнерское решение. Как он сказал, здесь какая-то вилла, да, находится напротив. Здесь какая-то знаменитость, да, получается, да? Ой, я уже забыла, кто он говорил. Какая-то знаменитость, в общем, то ли жила, то ли что. Посиделки такие можно устроить, журнальный столик, диванчик, кресло. Посмотреть телевизор. Заходим. Здесь две кровати. О, кстати, светильничек такой, смотрите, интересный. Из камня сделан. В каждой комнате есть вентилятор и есть кондиционер. Здесь будет у нас детская. Включается все это дело. Вентилятор включается. Здесь заходим. В ванную, в душевую, да? В душевую заходим. Есть какое-то, понимаете, уединение с природой, потому что на самом деле нету полностью закрытых каких-то помещений, все всегда вентилируется вот такими решеточками, чтобы, видимо, сырость не скапливалась. Посмотрите, здесь сырость. Вот такая душевая. Даже не закрывается. Но, в принципе, за счет вот этого бортика будет вода держаться здесь, на самом деле. Унитаз. Бумага, вот такая вот раковина. Здесь у нас подсветка включается. Идем дальше. Мне кажется, вечером все будет очень красиво гореть. На самом деле, подсветка будет смотреться хорошо. Попадаем сразу же в другую комнату. Здесь наша спальня будет, она вот именно оформлена в таком стиле. Вид, посмотрите, на джунгли. И на рядом стоящую виллу. Вот такая большая кровать. Картина. Также имеется вентилятор и кондиционер. Вы знаете, на улице так влажно. И вот кондиционер прям спасает. Здесь так прям комфортно сейчас находиться. Заходим во вторую душевую. Мы имеем здесь вот такие полочки. Сейф. Здесь можем положить какие-то вещи. Здесь у нас умывальник. Туалет. И душевая. Кстати, душевая побольше, мне кажется. Вот такие апартаменты. Обошлись нам они за 15 миллионов в месяц. Но у нас месяц не полный. Мы ее сняли с 23 января по 16 февраля. 17 у нас самолет. Я поднялся на второй уровень. Здесь у нас имеется вот такая дорожка. И здесь у них недостроено. Недостроено именно вот это место. В общем, здесь мы поднимаемся. Сразу видим рисовые поля. Открывается вид такой вот. Здесь будет что-то тоже, наверное, такое более такая открытая какая-то зона, скорее всего. Дом, вы знаете, находится прям в низине. То есть видно, да, вот такая вот низина, и вот он здесь прям построен.
Ну да, смотрите, там речушка какая-то проходит. Вот дорога, по ней можно выехать с этого района. Вот такая вот вилла. Я думаю, что она нам досталась недорого. Хозяин добродушный. У нас в эту стоимость входит уборка. Два раза в неделю будет приходить женщина и убираться. Часа два будет уборка длиться. Она, в общем, убирает все комнаты. Также за эту сумму у нас идет электричество, вода, все коммунальные, газ также. В общем, все в эту сумму. Но хотя он сказал, говорит, экономьте электроэнергию. То есть лишний раз не жгите. В эту стоимость входит чистка бассейна. Бесплатный газ, я сказал уже. Все условия, в принципе, есть, кроме стиралки. Стиралка здесь находится недалеко. Прайс у нас, кстати, на столе лежит. По поводу стирки, в общем, надо будет этот вопрос промониторить. Надо будет подкопить какие-то вещички и выдвинуться вместо стирки. Я так понимаю, там все сами стирают. И мне кажется, там даже прайс... Трусы, футболка и так далее. Каждая вещь стоит каких-то денег. Берешь там, допустим, трусы накидываешь и считаешь, сколько денег будет стоить стирка. В общем, посмотрим это дело, заснимем, поделимся. Что, мне можно в бассейн идти с вами? Здесь акулы обратно. Акулы плавают? Знаешь, какие? Какие? Мы акулы. О, какие страшные акулы. Ты же говорила, ты дельфин. А? Ты говорила, ты дельфин. Я дельфин. Дельфин? А ты акула? А, ты акула ешь. Акула, каракула. Левой рукой. Но Ника правый. В общем, ребята, немного мы обжились, поснимали местные виды. Завтра днем при солнце поснимаем нашу виллу. Вот, в общем, сейчас какие планы? Сейчас поедем за продуктами, наверное, что-нибудь купим и что-нибудь приготовим сами дома, да, Кать? Так, мы в магазин едем или мы заказывать будем? В магазин я хочу купить яйца, йогурт, такое, на завтрак. Так вот, и чтобы, в общем, спокойно уйти из дома, да, так как тут у нас такая, понимаете, незамысловатая калиточка, да, на самом деле. То есть, если надо зайти, зайдут хоть кто. А вообще можно забор перешагнуть. Да. Ну, то есть, видите, да, какие комнаты, то есть, стекла везде, как бы, можно спокойно проникнуть, мне кажется, на самом деле. В общем, я вот такую штуку с собой взял в дорогу, это Xiaomi-шная камера, сейчас ее поставлю где-нибудь в видимой зоне, я уже ее подключил к Wi-Fi, нужна розетка для нее. Вот, розетки, кстати, все вот такие, а у нас, к сожалению, все плоские эти вилки. Вот у меня такой переходничок. И опять же, Xiaomi-шный удлинитель спасает. Смотрите, здесь все наши китайские такие розетки. В общем, смотрите, установилась камеру Xiaomi-шную, и она у нас будет, в общем, вот так вот наблюдать за нашей территорией. Можно поставить, настроить ее на движение. Если какое-то движение будет, мне придет уведомление, что здесь какое-то было зафиксировано движение. Вот, я сейчас заканчиваю настраивать. Можно поделиться даже с Катей. Вот. Это наша, кстати, гостиница. Я на гостинице настраивал. Вот. В общем, смотрите, ребята, настроил. Вот примерно так вот выглядит. Поставил ее вот сюда. Отсюда переставил. И здесь, смотрите, прям просматривается полностью все. Буквально вот все-все просматривается. Все, можно поставить на движение. Если какое-то движение будет зафиксировано, мне придет уведомление. Клевая штука. Вы слышали? Да. Что это что такое? Это? Птичка, может, какая-то прилетела. В общем, сейчас такой, как, знаете, как жаба какая-то, да? Да. Кряхтела. Короче, вот, понимаешь ли, уединились с природой. Какие-то лягушечки, квакушечки, блин, птички летают, блин. Дождь идет, блин. На улице живем, блин. Ё-моё, что купили-то? Прекрасно. Ну, ребята, смотрите, в магазине закупились
необходимыми продуктами. Две такие большие сумки получилось. И вы посмотрите, на кассе миллион. Катя рассчитывается, отдает миллион. Катя, в общем, разговаривает с моей мамой, показывает нашу квартиру. Она свои уже, кстати, показала уже вечером. Моя мама вышла на связь, сейчас она ей показывает. В общем, девочки, смотрите, выгружает продукты. Вот такая куча у нас продуктов получилась. Я думаю, что, ребята, мы сейчас, наверное, не будем обзорить никакие цены, ничего на Бали. А потом возьмемся и сделаем отдельный ролик про цены, продукты и так далее. Сколько чего стоит, покажем, все в рубли переведем и так далее. Девочки молодцы, в холодильник все продукты убрали. Молоко еще, девчата, вот майонез. Молодцы, такие хозяюшки прям. Холодильник наполняет, яйца взяли, пиво местного обязательно взяли. Очень много, да, это очень много. В общем, сейчас закажем еду. У нас, вот посмотрите, здесь такое вот меню есть. Меню. Закажем какой-нибудь еды, покушаем и уже никуда не пойдем. Решили остаться дома. Хочется в семейном кругу посидеть именно в этих апартаментах, обалдеть, в общем. А я себе развернул ноутбук сейчас, в общем, буду выкладывать ролик для вас. Мы вот, ребята, вам про это... Какая у нас ящерица большая сидит? Где? Вот. Вижу. Вот что это такое? Все. Второй раз. А где ящерица? Вон на раме сидит, наверху. Во, смотрите. Насекомых ловит. Ты чего, боишься? Ну, птица, может, гнездо там, не знаю. Вообще, непонятно. Я не вижу ничего здесь. Ни гнезда, ничего. Кто там квакал? Кто квакал? Непонятно. Остается загадкой. Мы не знаем, кто это. Там что-то. И-у, там какой-то звук. И-у. И-у. В общем, не смогли мы заказать еду на дом. Он говорит, я, говорит, не знаю, где это находится. Нормальное явление. Опа-на, красиво, да? Хозяин виллы сказал, что он знает. И меню специально вложил с названием этого кафе. В общем, мы идем к нему сами за едой. Взяли фонарики, вооружились и идем. Сейчас, наверное, закажем и возьмем еду с собой. Блин, посмотрите, здесь все такое большое. Это подлюка, она летает. Так. Ты убил его? Нет. Вон туда. Давай его, смываем его. Давай, мочи его, козла. Все. Где-то он там, но я не думаю, что это ему помешает. Все, пока тебе таракан. Он где-нибудь вон там выплывет. Ну, короче, вы понимаете, да, здесь как все это летает. А мы, короче, ребята, прибыли в наше кафе. Вот так оно называется. Оно находится недалеко от нас. В общем, сейчас закажем. Они в 10 часов закрываются. Нам разрешили взять с собой еду. Осталось буквально 15 минут, 10 минут, может быть. Вон он включает газ. Сейчас мы, в общем, что-нибудь подзакажем. И пойдем домой кушать. Покажем, что заказали. Ребята готовят нам ужин поздний. И запахи доносятся вообще. Просто все кафе заполонило запахами. Мы тут прям... Слюна у нас начала выделяться обильно. Ну, если бы еще ты не показал мне таракана, то было бы вообще все нормально. Я вообще никуда не хочу. Я наоборот, но тебе везде, спас но тебя. Везде. Я наоборот тебя спас. Хоть как-то не крути. Если бы он по тебе бы пробежался бы, ты бы тут выезжала бы, тут скакала бы. Нет, в меню нет. Убежала бы туда бы. Я... Поля, если на тебя такой таракан летит и садится, и начинает просто глазами хлопать. Нет, что бы ты сделала? Что бы ты сделала? Расскажи. Я просто бы закричала, позвала папу. Как? И, типа, на помощь? Такой же. Ну, это лягушка. А ты? Я просто бы такая: папа, помоги мне, тут таракан! Короче, она так же, как мама. А ты, Ника? Я тоже бы так сделала. Ой, трусихи! Так, в общем, накрыли себе стол, налили себе пивасику. Девочкам взяли кокосик. Кокос. И будем кушать. В общем, смотрите, заказали салат. Салат как называется? Цезарь с курицей. Цезарь с курицей. И еще взяли карри. Что там, покажи? И рис.
Карие. Вот, вот такие коробочки она нам положила, посмотрите. Здесь у нас что? Это цезарь салат. Ого, смотрите, бумагу. Пластика вообще практически нет. Это тоже бумажный? Нет, это пластик. А, это бумажная, да, а крышка пластик. То есть по минимуму используется пластика. Мы в магазине купили оливочек. Вот. Все. Приятного аппетита. Вкусно, кстати, девчонки? Да. Все дела завершены. Жилье сняли. Машину арендовали. Связь сделали. И, в общем, будем обживаться потихонечку. Исследовать теперь Бали. Теперь можно отдыхать. Да, теперь можно действительно считать, отдых начался. Маленько были хлопоты. И, девчонки, вам нравится наше новое жилье? Чуть-чуть не очень, почему? Потому что тараканы бегают. Ничего тут нет дверей. Двери? Вон они, двери. Ну, забор. А тут? А зачем тебе здесь двери? Это от, вот от тараканов уединение закрыться. С природой, понимаешь? От тараканов закрыться, понимаешь? В общем, детей насекомые, на самом деле, испугали. Ну, есть насекомые здесь, но мы с собой взяли защиту, будем включать в розетку, дверь закрывает. Все, ребята, отдых начался, будем исследовать Бали, поснимаем Бали обязательно, будем посещать туристические места, завтра у нас запланировано, может быть, лес обезьян, наверное, да? В общем, подумаем. Завтра еще ничего не запланировано, завтра я хочу на рынок съездить. Хочу купить свежие фрукты и овощи, потому что супермаркет подошли, зелень вся жухлая, вялая, брать вообще нечего. Зелень плохая, помидоры вообще плохие были. Мы ничего не купили, салат пошли купили в кафе, потому что сама салата я приготовить не могу из такой зелени. Приятного аппетита всем, если кто кушает, и всем пока. Увидимся в новых видео. Пока! Пока! Пока-пока!